Всем привет! Отремонтируйте маяк на возвышенности Дезорук. Так называется побочное задание, которое находится в локации «Смотровой лагерь». Сюда можно будет добраться с помощью вот этого телепорта. В списке заданий оно не появляется, но как только вы подойдете поближе, метка будет уже на карте. Здесь у нас младший инженер. Давайте по традиции начинаем общение. Единственное, что я буду скипать все диалоги. И, скорее всего, эта миссия появляется после того, как вы починили радар в локации база арьергарда. Здесь была миссия. Возможно, только после этого открывается это задание. Я даже не могу представить, как люди справились с ними в старые времена. Куда мы с тобой бежим-то хоть? Не так все просто, да? Опа, тут еще. Наверное, я заговорил слишком рано. Вот. Они опять возникли, они откуда? Я не понимаю, как тебе удается сохранить серьезное выражение лица, сражаясь с такими ДТ. Если бы это был обычный человек, все они могли бы сделать только одно, убежать. О, нифига себе! Это что здесь делает, типа? Все, этот был последний, нет? Иммунитет. Все, не помог ему иммунитет младший инженер. Окей, нам здесь походу надо будет выполнить какие-то действия, кстати. А почему метка-то исчезла, а? А ну-ка. Так, что заняло столько времени? Так, поговорить. И теперь нам потребуется взломать терминальную систему маяка. Да, не вопрос, конечно. Это мы уже знаем. Так, хотя не, смотрите. Не так все просто, да? Так, мне теперь в этой области что-то искать. Отремонтируйте маяк, искать сокровища. Вот это, кстати, по мне, я только за. Может быть, еще и этот, активируем ТП-шку. Ну, нет, ТП-шка находится вообще в другом месте. А вот и сокровище. Да? Серьезно? Это, возможно, было оно. Ну, привет, меня кто-нибудь слышит? Кто это? Ну, соединение превосходное. Да, мы были правы, на самом деле. Утерянная история, это вообще не связано с этим квестом, я не понимаю, нет, или с этим квестом было связано все. Так погодите, мы что, выполнили? На этом миссия завершена. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. У нас открывается новое задание после прохождения этой миссии. Пока.